Род деятельности компании ООО «Рокер» – оптовая торговля одеждой и обувью. Причинами автоматизации стало то, что в Швейцарии создаются уникальные джинсы «Рокер» для стильных байкеров. «Рокер» бескомпромиссно выбирают лучшие материалы, уделяя большое внимание эстетике, качеству и мелким деталям. Экипировка «Рокер» изготавливается на европейских фабриках и соответствует европейскому стандарту качества. Главная цель «Рокер» – чувство комфорта и свободы в любой ситуации. Доработки программного продукта 1С управления торговлей 8 потребовались для организации деятельности компании «Рокер». Производственные мощности и склады ООО «Рокер» удаленные. Заказы принимаются через интернет-магазин. Потребовалось автоматизировать торговый процесс и согласовать его с производством. Процесс автоматизации – прошел следующим образом. Модернизацией программы занималась наша компания ООО «Кодерлайн». Команда разработчика изучила специфику деятельности ООО «Рокер» и подготовила проект доработок. Опишем автоматизацию на базе 1С управления торговлей 8 и полученный эффект. В интернет-магазине синхронизировали справочники номенклатуры 1С с редактором сайта, чтобы в реальном времени можно было обновлять данные каталогов. Наличие товаров, количество и стоимость, акционные предложения. Настроили взаимодействие системы 1С с интернет-магазином по части приема в обработку заказов. Детали заказа, выбранные позиции, количество единиц, контактные данные покупателя. В производстве и продажах автоматизировали поиск одежды по базе номенклатуры складов, а в случае отсутствия программа 1С формирует заявку на производство. Продажа продукции происходит в прямом смысле из производственного цеха. Функционал 1С настроили на оперативные операции, учет готовой продукции, ценообразование, обновление каталога. Настроили оформление электронных документов на ввоз продукции на территорию Российской Федерации с целью дальнейшей продажи. В ООО «Рокер» удовлетворены результатом автоматизации системы специалистами ООО «Кодерлайн», так как производственные и торговые процессы контролируются 1С управления торговлей 8 от начала и до конца.